Всем привет! Идея как раз за другой день на акцию охота за раритетами. И покажу вам сейчас полностью, то есть игровой процесс у большом турнире на моей основе. То есть мету 149 уровень, локация Гавайи. Приманки тут более-менее, я считаю, ну, такие 6 уровень, 5, 6. И, конечно, в идеале то больше, но какие есть. Ну и сейчас будем пробовать. 3 раза я уже сыграл. Пока что более-менее идет. Нема у меня усиления удачи, буду играть без удачи. Так, 2 6 уровня. Шукаю примерно 7000. Ну, 7100. Так, в игрока 6400, в мене 6900. Сейчас пошукаю еще трошки. Так, конечно, без усиления удачи погано, но как есть. Так, 7000, это если не будет, то не будет, значит. Так, ну немає, 6900, значит будем цю шукать, 7300, ну не знаю, сейчас попробую вытягти. Сонар у меня 70, по-моему, процентов, то плюс-минус повинно десь так и быть, 7200, отличненько. Так, игрок не вытяг. Ну, 6 уровни более-менее, конечно, рыбы попадаются. Тем более без усиления удачи, это вообще. Так, 4 пройдено. Даже дали трошки удачи. Так, ну, еще пробуем. Надеюсь, конечно, что пройду, ну, а там воно покаже. Так, ну также все шести, 6500, семь девятьсот, ничего себе, сейчас подивимося, как сонар отработает. Дивимося, ничего себе, круто отработал, 7800, это конечно четко, класс. Так, ну, конечно же, рекордная рыба. Так, 5 7 100, ну, я думаю, хватит всего. Ну, 7000, да, трошки меньше. Ну, надеюсь, что он на 7800 не вытянет. Ну, а там, конечно же... Может быть, всякие, ну, ситуации. Так. Так что, кто играет в игру, лучше, конечно, не спешить прокачиваться до высоких уровней. Потому что тут играть набагато сложнее. Особенно у вызове. Так вообще, там печаль, слезы и так дальше. У меня ни разу не получилось взять первое место в вызове. Там, конечно, полная печалька. Так, игрок. Угу. Убой Мерлин. Так. 6200. Так само шукаю 7000. Ну, а там буду дивиться, ну, який будеш витягувати, конечно. Соперник. Так, 6800, 7000. Ну, пока нехай буде. Сейчас буду цю шукати тепер. 5, 7. Як бачимо, в принципі, даже із хорошою удочкою непогано риба отрабатує, даже і без усиленій удачі. Тобто, головне це, щоб була нормальна удочка.
Так. А ну сейчас удачу включу. То есть, як бачим, риби клюють, то есть і не більше. Сім сто. Тут, конечно, такий момент опасний. Ну, все равно получается, наверное, выиграть. Сейчас подивлюся. Так, ура, есть. Ще пройдено. Забираем 100 сонара. Так, пробуем дальше. У пойману в мене риб 13 тисяч, 1300 поєдинку виграно. Ну, не особо так багато, звісно. Ну, що є. Так, 4400, 400, 5. Ну, тут включу удачу, попробую. 6, 8. О, ігрок видно, непоганий. Нормально. Витягнув. Ну, все, оце буде, то що... Конечно, п'ятий уровень. Більше і не буде. 6900. Ну, блін. Конечно, печаленько. 7000. 7800. Отлично. Так. 7800. Клас. 7700 получилося. Я думаю, що надіюсь, що победа. Тому що мені треба забрати усилення останнє, там по 250 штук дають. Щоб трошки хоча б відбити те, що я потратив, зря був. Хотів виловити рідку рибу на 12 зірок, але в мене так і не вийшло, хоча приманка була аж 9-го рівня прокачки. Так, забираем. Міфічні риби на Гаваї, походу. Ну, та понятне діло ж. Так, ну і три остається. Надіюсь, що без приключень пройду. Ну, а там воно ж, звісно, покаже зараз. Так, ну, шості уровні. 5600. 7500. Отличненько. Так, давай. 7300. Нормально. Дальше. Ну, 4700, конечно, це дуже мало. 5800. Не, придется включить сейчас удачу. 7200. Ну, пробую. Ничего себе. 7400. Семь триста. Надо было 7300 тянуть, капец. Да, поражение. Интересно так получилось, конечно. Ну, як есть. Треба было, конечно, потягти 7300, но... Печально, конечно, трошки печально. Оце я почав замічати, що чим ближче до награди останньої, тим дужче починаються йти проіграші. Так, 7700. Дивимося. 7500. Хорошо. Так.
4, 6, 900, хай буде. 7000, 700. Ну и мгновенным выловом, конечно, шанс меньший на крупную рыбу. 700. Ну попробую вытягти сейчас. Стараемся не забывать про комбо, чтобы на 100% это увеличивает очки рыбы. Так, есть 780. Цього вполне, думаю, хватить. Так, и остается еще 2. То есть усилений трохи дают. Удочки тут. Так. Такий момент напряженный. Так, шостий уровень, шостий. Шестой, сімсто, ну поки хай буде. Звісно, бажано, аби 7700. Щоб 6800, жесть просто. Печально. 6000. Ну, 7000 мало, дуже мало. 7200, ну нехай буде. Так, 6900 в игрока. У мене 7000. Сейчас включим. 7900. Ну, це вона, конечно. Так. Есть 7600. Я думаю, цього должно хватить для победы. Так, так. 11 секунд остается. Потратив я багатенько, конечно, усилений, но ничего. Сейчас что-то, якусь часть мені по-любому вернуть. Так. По 250 веса, сонар, удача. Неплохо. Ну и последняя награда такая. Удочки и 3 пачки на выбор мифичных рыб. Ну, награда такая собі, ну не столь. Така, що аж прям отлично, ну яка есть. Так. 7000. 7200. Нормально. Сімсто. Всі риби шостого уровня. Так що я думаю, проблем особих не буде свыше 7000 витягувати. Блин, ну 7200, конечно, маловата рыбка попала, но ничего. Так, сейчас, какую вытяну именно орляк, який у него будет. Ну, я думаю, тут уже, в принципе, все понятно, остається 15 секунд, це хіба що максимум спідне одну рибу витягти ще. Ну, 6600. Шукав, звісно, не знайшов. Буває таке, да. Так, ну все, такий большой турнір, на моє удивлення, даже десь немає іменно топових оцих игроков, именно все были такие примерно так и я, то есть, наверное, играть без доната. Не было, то есть, тих крутых, что и с значками, и с усим, то есть, кто на дивне дивись пока что, может еще сплять. Так, ну и забираю рыбы. Конечно же, буду брать тих, чтобы прокачать на 5 уровень.
Так, есть. Так, тепер оцю беремо. Морський диявол, щоб його прокачати тоді. Есть. Ну і последняя пачка. Конечно, добираю морской дьявол, чтобы прокачать его на 5 уровень. Есть. Ну, в принципе, все отлично получилось. Забираем теперь платиновая награда. Также по 100 усилений, 2 пачки с эпичными рыбами на Гавайи. Так. Также даю еще плюс удочки. Есть. Почався уже визов іде, на яку зараз рибу треба подивитися. Да, тигрова якула. 7300 у мене рекорд. Тут уже, як бачимо, у визові витягують 7500. Тобто позмагатися з ними, щоб попасти іменно на перше місце, то це буде нереально. Так що це такі діла тут на моїй основі. Так що ще раз повторюю, що не спішіть прокачувати ваші аккаунти, тому що тут іграти сложно. Ось показую спеціально визов. Тобто ні разу перше місце. Тобто от так, он, в кінці аж. Так що це такі тут пироги. Ну все, забрав большой турнір, хоча і не думав, що в мене його вийде взяти, ну, вийшло. Все, удачі всім, також в проходженні большого турніра, ну і всім пока.